что, взывать к ее чувству справедливости? Майка убедит только конкретику. Так что дальше? Надо подумать. Нужно больше людей, это точно. Я поговорю с куклами. Позвоню тебе, как что-нибудь придумаю. До скорого, Ви, и спасибо. Скоро начнется. Я буду ждать там же, где раньше. У стоек? Только не привлекайте внимания. Привет, Гуру. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. Я попробовал ваш местный бургер. Ага. И как он вам? Легко зашел? Спроси у людей внизу. Парад уже скоро начнется. Я скорректировал данные о кадре. Советую ознакомиться с ними перед началом. Для начала вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно. У снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готов? План не выдерживает никак. Верно. Спасибо, скажет. Хорошо. Удачи вам, Гора. Это будет прекрасно. Это не как-то.
устал уже. Давай быстрее. Ты уже близко. Он почти что перед тобой. Он следит за толпой. Назад не смотрит. И очень даже зря. Адам Смешер. Мужик, который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки. Что? Тебе придется? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Слишком хлипкий этот мостик. Блять! Чуть не упал. Тебя так элегантно. Осторожно, не привлекай внимания. Я был прав. Способ спуститься вниз. Только будь осторожен. Да, вот так. Не торопись. Сорвешься ты. Сорвется весь план.
цель поражена. Да, именно так. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Он высоко забрался. До связи. Ви, это снова Ода. Послушай. Сообщить о нарушении в системе безопасности. Ее нужно эвакуировать. Немедленно. Надо пойти разобраться. Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформой. Пригибайся, иначе останешься без головы. Трубы выглядят надежно. Попробуй забраться. Thank you.
Плохо дело. Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Вот он! Как же без вас? Следи с дистанции. Береги его крика. Он разведет тебя как рыбу. Я же говорил, получилось. О, да. Он умер? Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Так, все получилось. Я в системе. Ханако внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. Кикенда-то кейкоксаретано. Одатому ленакуга-торенайши. Нанька хендава. Паредо чуши-сореба. Йоасора тэйшита-то-омоварэру. Йоаса? Дарэно? Анатано? Оре-тачи-да. 私が参加したのはあくまでもお父様を追悼するため、操り人形になるためじゃないわ。この店モヌテはみんなに役割がある。ミチコは文句を言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全部やめだ。お前の安全が第一だからな。兄さん、やり終えましょう。ありがとう花子。 Гуро, системы заблочены. Можем начинать. Отоу-сама. Ханако-сама. Анатава. Оиру-сио. Дока, ханаши дакедому окик-кудасай. Саборо-сама. Чичи-но-кото-о-кучи-ни-шинай. Дори-га-ора-ни-декиро-сайго-ну-го-хо-си-нану-дес. Саборо-сама-но-си-ни-цуйте, хин-жицу-о-каску-то-ка. ハヌコ様、ボロや働きとかありません。 しかし… ビー!ビー!
блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать его в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. О чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Как я выгляжу? Пора выходить в эфир. 3, 2, 1. Здравствуйте, с вами Джиллиан Гордон и новости из Джапана. Заходи, только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Ты с ума сошел? Погоди! Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасак. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить. Я понимаю, в эту историю труд. Вы очень уважаемый человек, поэтому я могу вам доверять. У тебя ко мне предложение? Биочип, который ваш брат хотел продать сетевому дозору, сейчас в моей голове. Эта технология оживила меня после выстрела в голову. Один из ваших конструктов, Энграм, мне нужно это прекратить, пока не поздно.
Ханако-сан, он свидетель преступления, которое совершил. Мы подтвердим каждое его слово. Ханако-сан, ты слышал? Иди проверь. Очень плохое предчувствие. Творишь, ему уже никак не поможешь. Он на меня напал! Ты уебище лесное! Скажите спасибо. Сейчас надо искать отсюда выход. Справа пустые комнаты. По-другому отсюда не выбраться. Потери!
корневил Макасею. Твою мать. Осторожнее. Нам нужно разделиться. Поодиночке у нас больше шансов. Да ладно. Вы уверены? Да, иди. Скорей. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно, кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ёбаного ничего? Да. Два сраных неудачника. Нас могли обнулить еще, когда ты Кимура похитил Ханака. Ага. Вот что бывает, если встать на пути корпорации. Это не просто значит вляпаться в дерьмо. Это значит упасть в грибную яму. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Так а если это Гуру? Можешь не надеяться. Мы с ним разбежались 24 часа назад. Он так и не вышел на связь. Покойся с миром, ублюдок. Он большой мальчик. Придумает, как справиться. С ищейками Росаки на хвосте? Вряд ли. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять, только один? Палец на спуске, Ви. Наконец-то. Фу, блядь. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Мне жаль. Так тяжело, что я не могла взглянуть правде в глаза. И что теперь? Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И... Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности. Оцифрованных душ. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасение. Ты ничего не знаешь. Ни о биочипе. Не о процессе создания Я нашел вашего перебежчика. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс... Удивительно категоричное заключение для ученого.
По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через Черный. Мне удалось связаться с Аль... С той Сап? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененные ви... Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожным. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Да уж. С их убийцами мы, по крайней мере, уже имели дело. А это что-то новое. Рад, что ты понимаешь. Придется показать, как ты умеешь ходить по краю. Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блять! Так, приготовься. Блять! Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни. Так пахнет морской бриз. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель «Пистис София». Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. Почему? Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь. Ты забрал тело. Не мог же я тебя там просто бросить? Спасибо, что помог. Для этого и нужны воображаемые друзья. Отблагодарю тебя, как только смогу. Ловлю на слове. Что, сразу подумал про секс, да? Мы, конечно, могли бы друг другу подрочить, но нет, ты не в моем вкусе. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там.
твое? Было раньше. Теперь уже твое. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, да, закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Я сделаю все, чтобы выжить. Даже если при этом придется запачкать руки. Слушай, делай, как тебе кажется правильно. Ты здесь босс. У меня только одна просьба. Какая? Адам Смешер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. Ага, хорошо. И я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. То есть, мне рассказать бестии все как есть? Лучше, если я сделаю это сам. Лично. Просто прими таблетки мисти, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, меня тут выгнали из ада. Решил к тебе зайти. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Хорошо. Я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София, я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. Зацепил! Я готов на стол! Не надо!
проблемки с оружием! Проделал в нем дыру! Поищу. Посмотрим, кто кого раздавит. Thank you.
удачно, я установил связь с транспортом. Спасибо вам. Перевожу вам часть вознаграждения.